Вася лезет в камеру. Через окно наш ливень. Пенсии вырастут на 3,8%. Угу. Следующий пожалуйста. Будем ждать. Да 3,8 человек. Это с 10. Мужу варю свинину с зеленью. Себе курицу с зеленью. Отваривается картошка. Тут у нас котлеты рыбные, салатик. Огурцы, салат. Укроп. Редиска. И вот так. Муж любит прикусывать. Огурчики и редисочка. Нашего Чубайса на улице побил кот. Орали, дрались. Не знаю, как. Вот у него ушко ободрано. Ему больно, не дает дотрагиваться. Не вес, ничего, будет плохо. Потрепали его основательно. Он ушко такое. Борис, добрый день. Чубайс. Я города Ала. Вы недавно там были, участвуя в открытии крупного духовного центра. Так, мы знаем, что муж полез капусту править, поправлять. Я немножко поправляла, где с краю. Но мой вопрос, все валяется, корни торчат. Вот вопрос такой. Как ведет себя китайская сторона с точки зрения обязательств? Как у них движение идет больно, в нашей границе? Да я знаю, что больно. Не буду, не буду. Это будет рентабельно, учитывая, что... Валяется, подвязывала, не подвязывала.